Ну, слушай, я тебе скажу, у меня разные машины были. И все машины мне нравились. Просто каждая машина, она, ну, как бы, ты должен на ней ездить в соответствии с тем, что за автомобиль. Кумба, доброй ночи. Купил ноут на 40-60. Теперь на ультрах поиграю. Давай, молодец. Все для Вити, Вити любят. Ага. Сейчас будем направо уходить. Александр Локтев, здорово. Долго еще стрим будет? Да, как бы, не знаю. Тут, знаешь, сейчас может какой-то там промах и сердечный приступ. Чпоньк. Скажете, что за херня? Обещал еще часа два играть. А сидит молча, слюни пускает. Но вам не будет этого видно, вы же, я же без вебки. А так-то да. Короче, давайте. Да, это несерьезно сюда стрелять. Давайте СТБ ждать. СТБ, БЗ, хрен пойми, что тут. Уходите с этой позиции. Да понятно, друг. Знаю, что надо уходить. Так, выстрелы, потом побежим. Что-то как-то неожиданно они пошли. Не знаю, зачем БЗ такая скорость. Я имею в виду скорость атаки. Сейчас всех пересчитаем. Короче, у них... Это ж надо взводов сколько. Я тебя, друг, понимаю. Т-10. Ему в ангар надо. Ой-ой-ой. Дурил меня, ладно. Ничего страшного. С нашему танку. Просто чтобы он тут в подтанцовке не вредил, мы его убьем. Ну, как-то хотели убить, не вышло. Только распаковал, понял. Так, Александр Локтя вроде поздоровался. По стриму сказал, да. Так, пока пуляем. Час точно. Святой грешник, мне всегда нравились байки, но не за какие деньги не сел бы на него. Очкую. Это такое, да, тема. Просто Маруся зашла сегодня в три магазина после работы, понимая, что мандарины дефицит, а их нет. Я видел, сегодня мандарины на улице продавали. Насчет магазинов. Магазинная тема такая. Короче, что-то как-то разъехались непонятно. Т-10 этот дурацкий неубиваемый. Люди покупают мандарины с бешеной скоростью. Ну, может, где-то да. Даже гнилых не было. А ты что, гнилые покупала бы? Зачем они нужны? Джойстин, привет, у меня сегодня не летело. Но в целом
нормально сыграл. Да не, вроде ничего так. Так, как-то... Человек не мог поставить себе этот... Скажите мне, разведку, чтобы отойти во время выстрела моего. Тоже сегодня думал купить мандаринов, в итоге купил апельсинов. Ну, такая замена еще потянет. Меч знаний. Терапевту, да-да-да. Это по поводу анекдота. Ну, там к хирургу, ну и так пойдет. Накрыл, даже не мне записали. Короче, бой такой, видите, в обратную сторону. Хотя, может... Может, победим еще даже. Два 7-7 могут убить. Ай-яй-яй. А, такая ужасная смерть. Не хочу в том прицеле. И еще кто-то. Тут вся банда стоит. А кто там у них? ВЗ, наверное. По СТБ не буду переводиться. Если повезет, ну напихают ему там. Так, 400 моих. Все, сводимся. Смотри, опять не перелетело. Что за ерунда? Даже не знаю, будет еще вариант выстрелить. Сюда нет. Угу. Я даже за то, чтобы 277 убили. Только главное, чтобы никому не сказали об этом. Не-не-не, задом не выезжай. Молодец. Лопух опять не попал. Что ж такое? Прям неуловимый такой стал. Залетело. Кому что, кому мандарина. Вот часики, ноут купил. В общем чате сэкономил. А, в общем зачете 30к. Так, слушайте. Что это за ниндзя такой? Пока я тут чаты читаю, он тут всех перейдет. Там, кстати, справа вообще и спрятаться негде. По-нормальному СТБ надо ехать. СТБ должен ехать нас искать. Поэтому нам надо какую-то дистанцию взять. Может, по яме проехать. 53 убьет, и все, труба. Так.
Надо где-то глухой угол найти. Типа вот как здесь. Я никого не вижу, меня никто не видит. Кто туда? Зачем арта туда показывать? Там уже никого нет. 261 он уже укатил. Космос дальний. Собака. Я бы же говорю, я на его месте прошел бы через этот самый, через яму. Но что-то он тоже особо не спешит. И стал бы тут по центру. Поняли, там где? Не хочу показывать, просто чтобы кто-то там не подумал, что кто-то стоит, все дела. Они на захват вдвоем едут. Так, единственное, что могу сделать под шумок, это встать в этот куст. Тоже такое себе. Так. Где его искать? Представьте, сбил. Два 261 чпокнули. Ай-яй-яй-яй, вы видели? Вот это везунчик. Годится. Димас как будто не в курсе, просто хорошо. Верим в меня. Ну вот, вышло. Андрюха, варя мозга, здорово. Так, всем привет, Брайн, здорово. Так, ну, застрелили, и хорошо. Ну, пацан, гляньте, 7 тысяч нафигачил.
чекнуть стату СТБ. Давайте. Стату СТБ чекнуть. Да, в принципе, ну, как бы игрок. 20 тысяч боев. 50% побед. Ничего там выдающегося нету.